Пришел к маме, мама меня не видела. Я разделся, сел, там радио играет, и мама разговаривает сама с собой. Красавец. Красавчик. О. Привет. Привет. Та я уже тут полчаса сижу в тебе. Да ти що? Да, я там тут... сидів на дивані. А що ти робиш? А я нічого, я вже сварила, виключила капусту. О, яка вкусна, як пахне. Давай покушаєш, свіженька. Вкусно, синок, тільки його п'ють. А я полчаса сижу вже. Та ти що, а чого ти не йдеш? Ну я сидів, чую, ти тут щось пусіком балакала. Давай я тобі насиплю, синок. Ну, попробую, да. Мисочку вирочисти. А як ти ділаєш тут? Ти кашу віддільно вариш? Так, я в ковшику сварила кашу. Ну. Потім цибульку, вона кришила хорошо цибулину здорову, на сковородку, трошки кипяточку, не без, протушила, без жира, да? Протушила. І туди отварила ота пляшка, і це м'ясо віддільно в каструлі, шкуру видрала, угу. Видрала шкуру, порвала на, порвала на кусочки біленько, і все, на, на, насипай. Доставай, а ти будеш? Давай я насиплю. Та нехай мені тепер у шесть надо сама. А, ти таблетки випила? Так, да, обідішні йде, а це на вечір. Візьми ложечку, подожди, дай я насиплю, бо ти зараз понакидаєш собі. Не понакидаю. Та ну, ну хто сипав вилкою, боже. Все набор, тікай. Ну тікай, є же ж ложки. Чистенькі ложки, от воно, зараз насиплю тобі. Хай поки вилучу. Що в тебе зуд? А? Зуд що? Не знаю, ще не дзвонила, ніяк не доберуся. Не знаю, чому не колись було таке, ще волега жила. Ну так це ж... При сахарному діабеті тебе було ж так. Не такий високий зараз. Ну що тепер робити? Позвони врачу, спитай, може... Не питала. Не кажуть, питала. Що може це алергія на таблетки, може бути воспалення мочевої якесь. А чорт, та я ніде не простужувалася, Ванка. Я все, хвати, хвати, нормально. Хвати, 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 хвати. Отак. Все, трошки. Хвати, хвати. Я водички. Щоб воно не зовсім сухеньке було. Воно вкусне, кисленька така. Є вилочка, хлібушка в мене немає, я дам. Мама, а що тобі казали оці от, баби армянки, ти кажеш, за бідра брали і казали щось, ачха-ачха, ачха, як ти казала? Ачха. Ачхала та жила його сестра, де ми ночували, де я розказувала, а терені то вчора зрителі написали, що це казали дура. Що як дура по-армянськи? Дурная, дура. Ачхачхак, як-то так. Як-то сказ... Ачхала – це село, де живе в настояще время. Аршалусова – Женя, жена вони. Катя по-своєму називала Женя. Ну. Сестра. Муж був Самсон. Коли я прийшла, ми з ним, вони сидять у тиндир, ноги поопускали. А що я сказала? Боже мой, кажу, я такого ще не бачила і в кіно. А не знала, що Самсон теж їздить по заробітках, знає русський язик. Ні, ну що, а як ти казала вчора, от ти Каті казала, отак за бідра. А, це я, це Амалія. І Амалія, кажуть, це, тьотя, ой, Гоко, щось. Гоко називали, по батькові сестра, тьотя, Гоко. Батько Гайрік, батько, от послухай, батько Гайрік. Якщо вона каже Гоко, це значить батькова сестра. Якщо мати Майрік, по матері Майрік, а по матері Моркур. Моркур. Хто? Моркур. Муркур? Это тетя, это тетя. Это матерна, матерна сестра. Александр був папа Амалії. А це його була Гокона. Ну, залубка, залубка. Така вона така чорнява, як на туречку похожа. Так платок теж, як бабушка Шор закидала. І вона завжди ззаді прийде, ах-ах-ах, Таня Джан. І за бедра моя брала, нравилась фігура, понімаєш? Я ж тоді теж... Ах-ах-ах, це сміялась просто. Ох-ох-ох, ну отак вона, ну возмущалась. А не сміяла. Що це вона буде сміяти? Хтось перевів. Нравилось, а так? Хтось перевів, що та, типа люди, дура. Боже мой, як перекрутять, лучше нічого не казати. Як перекрутиш, своєї правди не узнаєш. Оце ж так і є, так. Да. Своєї правди. Я сірою балакала, вона й кое-що питала. Вона все помне. Ти ж не знаєш такого, як, значить... Чого та голова боліть взагалі? Тут впереді. 150 раз руки протираю этим стерилизатором, и везде, и телефон, и руки, и деньги возьму, и все на свете, и сразу протираюсь. Но в Италии говорят, вообще кошмар, что творится с этим вирусом. Очень много заболевших, не хватает аппаратов искусственного дыхания, что врачи выбирают, кому ставить аппарат, а кого просто оставляют умирать, можно сказать. Потому что не хватает ни аппаратов, ни мест, ничего, это, конечно, кошмар. Надо максимально быть осторожными, потому что это не шутки, это не смешно.
то все так у нас думали, что ой, да, что это все придумано. Это придумано, не придумано, люди умирают. Он парень, который заболел в Италии, он 38 лет ему. Так он 3 недели лежал в искусственной коме. Только вчера его начал самостоятельно дышать. То есть его ввели в искусственную кому, подключили аппарат искусственного дыхания, потом еще аппарат, который очищает кровь и снабжает ее кислородом, чтобы бороться с этим вирусом. Да у нас кто это будет делать? Где эти аппараты брать и где эти специалисты? Вот и весело. Поэтому, ребята, надо быть осторожными, просто я не паникую, не сею панику, а наоборот, просто будьте аккуратны. Меньше с людьми якшайтесь, где большие торговые центры, где большое скопление народа, надо меньше туда ходить. Все-таки поберечься. Вся Италия полностью на карантине. Если раньше были какие-то участки, городки какие-то, то сейчас полностью вся Италия на карантине. Ой, кошмар, конечно. У меня что-то от этого так настроения нету, что ходишь и думаешь, что какая-то зараза невидимая летает в воздухе, понимаете, и люди умирают от этого. Особенно пожилых людей касается. Надо быть очень аккуратными. Меньше шляйтесь на эти маникюры, педикюры, на все эти процедуры. Поберегитесь. У нас есть АТБ, я, знаете, что для себя решил, что как бы я буду ходить ночью проснусь, там 3 часа ночи, пойду в магазин, накуплю себе на неделю продуктов, когда меньше народа. Так будет проще, чем днем шляться в очереди, стоять в кассах этих всего. Ночью прийти тихонько, взять продукты, до свидания. Не надо тебе сильно с людьми там пересекаться. Конечно, вот это капец Италии. Как... Потому что много туристов, много китайцев было, много туристов, много всего. Такой туристический город, страна вообще такая вся. Поэтому расползлось очень быстро. Мама врачу... Поменяла вот это, наверное, уже дня 3-4 зуб. Зуб вот это впереди. Я от чего это, что сахар? Ну, сахар не такой высокий. Бывает, ну, на моем глюкометре, и 10, бывает и 9, и там с этими с другими показателями, короче, 9. Давалось. И марнацовка у меня была, и хозяйственное мыло, и на пол-литра воды теплой, ложка столовой соли. Все это делаю, все равно. Покраснение такое, ну, неприятно. Это, как сказать, врачом, создает неуют мне. Так а что моча? Меня же сдавала, ничего мочи нету. А я думаю, это от сахара. Как уже не будет. Когда-то у меня был высокий сахар, я еще в Мелитополе жила. Так, ну ладно, сворачивали, что высокий сахар. Когда падал, значит, ничего не было уже, все прекращалось. А сейчас не так высокий. И вот это, что ж делать? Вот гад. Сейчас таблетки, ну я... А, от сахара я утром пью сейчас, господи. 2 штуки пью диабетон МР-60. 90 нету, я диабетон МР-60. 2 таблетки. Их за 20 минут до еды. Потом покушала. Все остальные, которые вы прописали в Харькове, вот эти пью. Ну, и от сахара, и там от всего. Вот. В обед я пью вот то пролонг чека. Такая здоровая. Шо-шо? На пролон, да? Да? Сейчас, подождите. Самвелка, ты слышишь лучше? Запиши. Может, говорит, пролонг дает такую реакцию. Пролонг. Да. Вот то, что я в обед одну пью. Угу. Скажи, запишите, вот то и то надо. Другое. Сейчас. Дай ручку, ага. На, сынок, вот, напиши. И мне тоже вот так само ее в обед одну пить, да? 2 таблетки? Где ручка? В обед пить, да?
Скажи, хай. Алло, здравствуйте, это Самвел. Да. Какой-то вот зуд, она говорит. Она шпёт диабетон с утра, потом пролонг и вот этот вот глюкофаж вечером. Вот. Блин, господи, это просто пустую. Что ты? Вот, ну, сахар у нее, смотрите, 9, ну, на глюкометре, это значит 8, потому что он там на 2 врет. Синжарди, да? Все, смотри, этот пролонг убираешь. Пролонг. Надо купить вот этот Синжарди таблетки. 12 на 1000. Пить. Ну, завтра буду уже его. Сегодня уже выпила пролонг. Ну, их надо найти еще, подожди. Ну, да. Завтра уже буду. Ось аптека. Ось. Нужны в каждой аптеке есть. Да, значит, есть? Синжарди. Синжарди. Она пьется, одна таблетка после обеда, как ты пила вот этот пролонг. И она пьется же, одна таблетка вечером вместо глюкофаж. То есть глюкофаж пока не пить. Ни глюкофаж, ни пролонг не пить. Вот это, ну, сегодня выпей глюкофаж вечером, потому что ты уже пила вот, пролонг. Вот, их не мое, да. Да. Вот, а завтра я постараюсь тебе вот эти таблетки купить. И сказала, что вот это то, что ты выпила флюканазал, вот этот, что уже выпила. Но она сказала, что хорошо одну таблетку выпить дифлюкана. Нема такого. Дифлюкана, это вот, говорит, зуд должен пройти. Говорит, бывает такое, что на пролонг вот это тут такая реакция. А нет, это ты выпила флюканазал. Вот, 31 рубль, одна таблетка. Ну, не, ну, мама, таблетки есть и по 10 тысяч одна. А я знаю. Что це? Ну, це одна есть. Ну, так надо. Як сирота. Коробки одна. Ну, чого ж ти раніше не говорила, мовчала? Та, думаю, пройде, падло. Думаю, ну, чого це воно, чого це воно? Ну, сахар же не високий, думаю. Ну, да. Это если був би 15-17. Бачиш, буває алергія, я таблеток одуш все, що хочеш. Синжарди, надо посмотреть, что это за таблетки, 12 на 1000. Да, вместо глюкофаша и вместо пролонга. То есть диабетон с утра ты выпиваешь, две таблетки, как и пила. За 20 минут, да? Да, а там в обед пьешь потом вот этот синжарди и вечером во время еды синжарди. Поняла? В обед новую таблетку и вечером новую. Да. И глюкофаш... Не, ну, наверное, не во время еды, а после еды будет питься. Да. А глюкофаж 1000 не надо пить? Глюкофаж нет, я же тебе сказал. Сегодня все. Выпьешь и все. И ждать вот тех новых? Да, пока я куплю. Хорошо. Ну, все, маленько, что купила. Бачу, досить человек из того. Да, бачу. Так ты не выкидай, бо вдруг забудешь. Ну, я себе возьму. А, ну ты красиво напиши. Там на каре, ляпом на каре. Странно, что ты таке. Тебе. Вообще, воно неприятно, понимаешь, Сима, воно мене беспокоит. Ну, понятно, что оно некомфортно. Зараз. Моюся, Ваня, їй дай тілі хрестові, і шампунь, якщо що хочеш, воно. Ти менше отіми, да. Ти менше мий отім для інтимних містов. Пахуче. Пахуче. І що тільки не? Менше туди лазь, менше туди мий. Що? Менше мий отім для інтимних міст. Меньше мый для интимных мест эту херню. Нельзя. А я, ну я ж не 10 раз на день. У меня хозяйство мило, в основном. Соль розводила с водой. Мама, меньше мый. Мийся обычным мылом и все. Не надо. Вот для интимных мест туда. Ты еще туда залий. Конечно, будет раздражение. Гімном тим мить. Моя сестра старша нас, каже, в Києві живе, спасається, мол, на теплу воду, ложка столова на пол-літра солі, розводи і так от. Ну, бач, не помага. А тільки сказали сода, я положила в Мелітополі і сода, і марганцовка, що в мене не було, все попробувала. Ні, поки сахар не ушов, стало нормально. Ну, от побачимо. Побачимо. Може, це от таблетки? Може, от таблетки. Да. Ну, вона ж сказала, що от таблетки. Да, наш врач не... Все може. Она ж врач, а не обишу. Ну, будем так дивиться теперь. Уснул, прям лег на диван. Так, задремал вообще. Фу. Проснулся от крика, по телефону кричить. Фу. Аж вышел, сердце колотится.
поехала. Насчет этого разобрались, насчет зуда. Что глюкометр нормальный, там писали люди, что может глюкометр там. Нет, глюкометр нормальный, оно по ней видно, когда высокий сахар, когда нет. Поэтому врач сказала, что вот этот пролонг такой может быть. И потом еще сказала, какая-то мазь можно там от молочницы, в общем, на всякий случай. Ну, в общем, если не будет проходить от той таблетки. Зайчик. Орть. Мяу. Ты мне красивый. Да. Ой, какой красивый, гляньте. Конек-горбунек. Конек-горбунек. А что ты крутишься? Ой, дурачок какой. Ой, боже. Ой, страшный. Ой, страшный, как крутится. Рч. Красивый. Рч. Эм. Рч. Эм. Красивый, не зайчик. В общем, проплатил сегодня, ездил, то Коля меня отвез. Мы потом заехали на квартиру. Проплатил кафель, ванну и слив под ванну. Вот этот вот золотой, ну, такой типа под бронзу. Вот, потом это с Колей на квартиру туда заехали. Ничего, новую машину не покупал. Кто-то пишет, новая машина уже у Коли. Знаете, это как с квартирой, что у соседа купил. Какая белая машина, с чего взяли, я не могу понять. Белая машина, смотрю, у Коли, какая белая машина. Не могу понять, честно, где вы эту информацию берете. Что вами движет, я понять не могу, у меня загадка. Есть я, который говорит, что нет. Да? Ой, такие страшные. Ай. Ай, Шрек рыжий. Ай. Да? Ой. Ой, ты. Парадилля ты такая. На руки я сразу вышел, допустим, вызвал лифт кнопку и открыл двери у мамы, да, кнопкой. У меня сразу стерилизатор в кармане. Я сразу раз. Вот у меня этот есть. А потом у меня еще есть вот такой, который брызгает на руки. Сейчас я вам покажу. Вот такой еще есть. Вот, две штуки, одним брызгаю на руки и вторым. И вот в течение дня вот этим всем промываю руки. Потому что, ребята, надо быть очень осторожными. Я вас просто прошу. Потому что здоровье у нас одно. И не очень бы хотелось сдохнуть. Уже не от того, что там что-то может быть, знаете, болячек куча у нас. А еще какая-то гадость, которая, блин, как снег на голову свалится. Поэтому берегите себя, берегите своих родных. Меньше шляйтесь, меньше контактируйте с людьми. В любом случае. Мало этих заболеваний, немного поберегитесь. Потому что потом будет не так смешно это все. Как сейчас кто-то, я в театр прихожу, такие беспечные. Да нет, а все это придумано. Ну придумано, не придумано. Такого быть не могло бы, чтобы во всем мире об этом говорили. И прям придумано. Может оно и придумано кем-то. Но то, что оно есть... И то, что оно серьезное, это с этим не согласиться может только очень беспечный человек. Считает, что ой, та, ничего меня не коснется. Ну, можно и так себя вести. Понятно, что не надо бегать, панику создавать, но и беспечным быть тоже нельзя. Надо все-таки в первую очередь думать о своем здоровье. Ты согласен, Томас? Зайчик. Да, каже. Да, каже, бережіть себе, бережіть своїх котів, собак, всю домашню живність, да, скажи, бережіть. Бережіть, бо ми єдинственні незамінні. Арр. А, він кусатки хоче. Я з утра як пішов. Ну, не з утра. Так, а це що за вода? Водичка якась розлита. Це вода, це не моча. Він не мог туди попісити. Ой. Ой, Томас, Томас. Р. Р. Красивий заяць. Так, 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 так. Орхідеї кліки во все. От ці, як, блін, як з картинки просто. А от це вже якусь стрілу дала. Нове. От ці ще цвітуть.
Спасибо орхидеям за... Да, да. Давай, 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 давай. Пройдись, пройдись. Пройдись, да. Обойди владение. Сейчас. Обойди владение. Ой. Ладно, ребятки, пока. Буду раздеваться. Р. Р. Ай. Эй, наркоман. Наркоман ты. Наркоман ты, маленький. Ой. Только того, что не балака, так как человек. Зайчик мой. Только того, что не балакаешь. Так ты человек очень умный.